Итак, добрый день, уважаемые друзья. Время 10 часов 55 минут. 0:40 на подаче чешского спортсмена. Первая не идет. Это первый гейм второго сета. Четко играет Румын. Четко играет Румын, делает то, что надо. Не лезет вперед. Еще раз говорим, что значит. Еще раз говорим о том, что. Еще раз говорим о том, что первый сет выиграл Румын. Первый сет выиграл Румын. Первый сет выиграл Румын со счетом 6-4. И сейчас он играет. У него двойной брейкпоинт. Спокойно кладет Румын. Резанными ударами чешский спортсмен вынуждает ошибиться Румына. Вот нужно какие-то здесь варианты находить. Один брейкпоинт остается. Меньше на подаче чеха. Ошибка чеха. Ошибка чеха. А нужно здесь еще понимать такую историю, что все-таки кривой корт, кривой отскок, и нужно держать мяч. То есть на это тоже нужно рассчитывать. И вот чех не справляется. 0-1 в первом сете. 0-1 во втором сете. 0-1 во втором подает Румын. Продолжается второй сет. 1-0 ведет румынский спортсмен, подает. Не идет первое. Вторая, в общем, безупречно. Чех атакует, ошибается. Сейчас играть, они на пол, дебил.
Dobře, pojď, hejbej se. Да, проигрывает очко румын. По 30. Полугорками играет чех, зажатая кисть, закрытые ракетки, ну, достаточно жестко, но, в принципе, такой интересный удар, идет надежно, высоко над тросом, но ошибается, выполняя данный удар. Проходит первый у румына. Нужно понимать, что румын кладет очередная ошибка чеха. Ну, закономерный, в общем, такая история. Чеха очень сильно прыгает внимание. 2-0 ведет во втором сете румын. И, в общем-то, пока что оказывает верх. Игрок, который хорошо читает игру и хорошо делает четко свое дело. Пятнадцать-ноль на подаче Витек Хорок, Чехия. 0-2 он уступает пока что во втором сете. Ошибается с короткого чеха по 15. Проходит первое у чеха, не справляется со скоростью румын, 30-15. Четко румын кладет по месту. По 30. Не проходит первый мяч. Ну, вот такая вот закономерная вполне развитие событий. Косой короткий в исполнении румына. По месту четко, никаких вопросов. Не прощает румын. И меньше на подаче чешского спортсмена. Меньше. Безупречен румын, безупречен. Четко, по месту, по-игротски, никаких глупостей. Делал четко свое дело. И 0-3. Чешский спортсмен проигрывает во втором сете. Мы не будем заниматься политкорректностью и посмеем
сделать предположение, что собраться в этом сете матча чешскому спортсмену не удастся. Не может он найти контр-игру против румына. Румын четко делает свое дело. Мы пока что этот файл прервем, чтобы нам спокойно уже записать оставшийся кусочек.